Смотри, какие зверушки. Смотри, смотри. Смотри, какие кролики. Если мы однажды на самом деле уйдем, господину Джимшиту будет очень плохо. Еще как. Тетя, что случилось с его ребенком? Ужасная история. Их завалило при землетрясении. Крошечное дитя поглотила земля. Сделать тебе такие же ушки. Сделать, малыш? Хочешь, у тебя будут такие же ушки? Сообщили, что среди раненых пассажиров есть турецкие граждане. Авария произошла недалеко от города Верно, на границе Германии и Голландии. У нас на связи наш специальный корреспондент с места катастрофы. Ильхан, вы получили какие-либо сведения? Сколько турецких граждан ранено? Известны ли их имена? К сожалению, нет, Джемаль. Спасатели только добрались до места происшествия. Сейчас они пытаются добраться до раненых из перевернутых поездов. Мама, мама, не переживай. Они говорят о раненых, значит, они живы. Только бы они не умерли. Только бы. Одну минутку, погодите. По первым полученным данным, причиной столкновения двух поездов в местности Мерло, где мы сейчас находимся, называют повреждения в системе сигнализации. Я еще раз позвоню в посольство. Службы добрались до места катастрофы, значит, есть новые сведения. Какой там номер? Я не понимаю этих мужчин. Как они могут рисковать семьей и детьми ради мимолетного удовольствия? Что теперь будет? Ильяс на седьмом небе отчасти. Почему ты называешь это мимолетным удовольствием? Все-таки это Хелин целый год молча и терпеливо оказывает Ильясу поддержку. Кроме того, она дает Ильясу гораздо больше, чем Асия. Не выгораживай этого предателя, Умер. Ладно, ладно. Из-за тумана отложили все рейсы на самолет. Представители посольства добираются сушей. Говорят, авария очень крупная. Установление личности займет время. Я поеду, узнаю насчет билетов на самолет. К тому времени туман рассеется. Погоди, позвоним насчет билетов. Сынок, не занимайте домашний телефон. Могут позвонить в любой момент. Хорошо. Ты права. Алло, Зафер. Привет. Случилось нечто ужасное. Папа с Сибель попали в Голландии в железнодорожную катастрофу. Ты слышал об аварии? В том поезде были наши. Не спрашивай. Мы куда только не звонили. Нам никто ничего путного не говорит. Я хотела попросить тебя. Ты бы не мог выяснить что-нибудь по полицейским каналам? Хорошо, Нарминчик, ладно? Я выясню и сразу тебе перезвоню. Слушай, не переживай, они в порядке. Слышишь? Пусть все обойдется. Жди от меня звонка, ладно? До свидания. Да ты что? Погоди, у нас есть знакомые. Его перевели в службу национальной безопасности, в главный подсекретариат. Я ему позвоню. Авария произошла в Голландии? Да, комиссар. Да, брат. Асия. Ты слышала, что случилось? Что случилось? Ладно, я сейчас приеду. Уже выхожу. Асия, погоди. Что произошло? Асия, что стряслось? Ну что за спешка? Что случилось, Асия? Мне нужно идти. Папа и Илья со сестрой попали в аварию. Как они, в порядке? Не знаю, еще неизвестно. Постой, я отвезу тебя. Наверное, Салиха с Умером приехали. Я позвоню вам, когда что-нибудь узнаю, ладно? Надеюсь, никто не умер.
никто не умер. О чем ты говоришь, Асия? Вы не в курсе? Папа, Салих, Сабель попали в аварию. Поехали скорее. Асия, а если они умерли? Слушаю. Ильяс, ты в порядке? Дома все нормально? Несчастья не произошло? Хелин, я еду в Голландию. Наши попали в железнодорожную аварию. Но новостей нет. Полеты отменили. Говорят, из-за тумана. Но когда туман спадет, полеты снова возобновятся. Поэтому я поеду в аэропорт и подожду там. Стой, так нельзя. Ты не найдешь, даже если поедешь. У кого ты будешь спрашивать? Я выезжаю. У меня там есть знакомые, их поспрашиваем. Позвоним по телефону и все выясним. Жди меня. Ничего не предпринимай, пока я не приеду. Ильяс, это так ужасно. Но я уверена, что они оба вернутся целыми и невредимыми. Мне страшно, Асия. Если придут плохие новости, если с ними что-то случилось... Этого не будет. Не бойся, ладно? Я... схожу к маме Фатме. Не расстраивайся. Вот увидишь, вернуться целыми и невредимыми. Идем. Еда еще не готова. Перекуси пока что-нибудь. Нет, нет. Сват вместе с дочкой попал в аварию. Что? Зафер звонил. Выключай газ и поскорее поедем туда. Зафер приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Среди погибших их имен нет. Да, мне сказали в полиции. Какое счастье. Это уже что-то. Да. Тогда я поскорее поеду в аэропорт. Наверное, мне удастся достать билет. В крайнем случае, долечу до Германии, а оттуда доберусь на автобусе. У меня есть шенгенская виза. Проблем не будет. Здравствуйте. Пусть все обойдется. Привет, Хелин. Мне нужно срочно уезжать. Ладно, но куда ты поедешь совсем один? Ты не знаешь языка. Возможно, понадобится разговаривать с врачами. Подожди, поедем вместе. Я в два счета все улажу, ладно? Я предупредила друзей. Поговорим с ними. Хилель,
Мне нужны билеты на ближайший рейс в Амстердам. Второй пассажир Илья Савджи. Срочно забронируй, пожалуйста. Ладно, жду. Я соберу тебе сумку. Давай я помогу тебе. Вообще-то хорошо, что с ним поедет Хелина. Ильяс сейчас мало что осознает. Он сам не свой. Асия, не стоит так переживать из-за этого человека. Салиха, ну что ты такое говоришь? Ты не видишь, в каком они сейчас состоянии? Это его отец и сестра. Его старший брат и так погиб в аварии. Только бы они отделались с легкими ранениями. Большего я не прошу. Асия, мне нужно с тобой поговорить кое о чем. Мне невыносимо, что из тебя делают такую дурочку.